Носорог, держись крепче! Кружи меня, кружи! Привет, ребята! Вы на канале Машины Машинки. С вами Фрэнк, Анжела и, конечно же, всеми любимый Том. Они только что проснулись, и пора сделать пипи по-маленькому. Анжела, ты чего не встаешь? Давай просыпайся, вон Хэнк уже мыться пошел. Да, а тебе нужно зубки почистить. Они у тебя совсем-совсем грязные. О, как любят наши зверята водные процедуры. Ребята, а вы любите мыться? Напишите в комментариях, люблю мыться или не люблю мыться. Ух ты, мы пойдем переодевать Тома и Хэнка. Какие костюмчики у них классные! Мне все костюмчики нравятся. И глазки цвет можно поменять, и Тому шляпку со спиннером, то есть кепку. А Анжела все намывается, ну потому что она девочка, и она на 85 уровне. Вау, Анжела, мы тебя поздравляем! Это классная новость. Анжела в костюмчике единорога и очень сильно проголодалась. Нам нужно сходить в супермаркет за едой. Давайте купим молочко и прочие всякие вкусности, сладости. Малыш Хэнк, выспался? Все, мы тебя напоили, теперь должны накормить. Да, я знаю, ты очень голодный. Но давай мы сначала проверим животных. Ух ты, здесь у нас монетки. Анжела совсем голодная. С Томом мы тоже сходили в супермаркет, накупили всяких вкусностей. Кушай, Анжела, кушай. Наелась? Что-то ты быстро. Ты хочешь быть стройной, поэтому так мало кушаешь. Вот выпей молочко. Котятки любят молочко. А с Томом, смотрите, мы целую корзину купили. Вау, у Хэнка новые игрушки. Мы положим туда что-нибудь такое клевое, чтобы привлечь столько много-много животных. Будет весело и интересно. Вау, это черный носорог, да? По-моему, мы его уже фотографировали. Да, это третий снимок. А Том у нас кушает, он самый медлительный что-то. Но зато он сильно проголодался, и пора ему вкусностей отведать с нашего новогоднего стола. Смотрите, там вот снеговики такие новогодние. Ох, как мы ждем новогоднее обновление. Да и вообще новогодние все ждем. Да, ребята? Ух ты, Анжела опять зубки почистила. Она просто умничка. Вау! А Том на 85 уровне, он догнал Анжелу. Поздравляем, Том! Это просто супер! Том, давай мы тебе что-нибудь обновим. Или полетаем. Мы попали в Казахстан вместе с Томом. Какие интересные. Вы разблокировали наряд летчика, конечно. Оденем наряд летчика. Это за какие такие заслуги нам наряд летчика. Но зато классно. С Анжелой мы решили поиграть в мини-игру. Они всегда интересные. Здесь нужно лопать шарики воздушные с водой. Легко. Мы справимся. Не давай сетке спуститься до нуля. Конечно, все понятно. Вперед, лопаем эти шарики. Такая залипательная игра. В принципе, прикольная, мне нравится. Хэнк продолжает фотографировать, а Том летать. Ребята, вот у нас здесь три игры. Говорящая Анжела, Хэнк и Том. Какая вам из этих игр больше всего нравится? Вот именно из этих. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам интересно узнать, что больше нравится нашим подписчикам. Говорящая Анжела, говорящий Хэнк или говорящий Том. Вот некоторые нам уже писали, что любят Хэнка. Наверное, он такой маленький, мимимишный, и поэтому все его любят. Но Анжела и Том тоже очень хорошо сделаны и клевые игры. Как носорог с зеброй катаются, мне нравится. Просто прикольно. Ну что, Хэнк, я думаю, ты заслужил ням-ням.
давайте покормим Хэнка, покормим Тома. С Хэнком мы еще не были в супермаркете сегодня. Давайте возьмем всяких вкусностей для него и посмотрим, что будет у нас. Не хочешь суши, Хэн? Нет, не хочешь? Куда делся Том? Верните его! Вот он, на что? Все в порядке с ним? А то мы уже стали переживать, что-то он часто у нас исчезает. Посмотрим, какие с Хэнком у нас наряды новые тут. Быстрее хочется открыть. Они такие классные, клевые нарядики. Мы выбрали пижамку для Хэнка. Я думаю, ему она очень-очень подходит. Ну что, Хэнк, покачаешься? Ты, наверное, любишь всякие качельки. А мне нравится играть с Хэнком с луной и солнышком. Переключать. Это забавная игра получается. А еще мы уже на 5 уровне вместе с Анжелой в игре, в мини-игре «Лопни пузырики». И с Хэнком мы тоже решили поиграть в игру. Она тоже с пузыриками. И мы замуровали двоих рыбок, которые нам мешают. Классно. Все, они нам не мешают, мы можем надувать пузырики. Том у нас кушает вкусняшки. Он самый-самый голодный. Куда Том делся? Верните его. Верните нам Тома. Нет. О, вот он вернулся. Фух, Том, ты где пропадал? Мы уже испугались. С Томом мы тоже решили поиграть в мини-игру. У нас такая минутка мини-игр. С Анджелой очень залипли, а у Тома, смотрите, мы еще не играли. Это поющий пианино. Нужно быстренько нажимать на клавиши, и получается музыка. Анжела вернулась. Ну что, Анжела, переоденем тебя? А то ты давно уже в этой пижамке ходишь. Мы ее постираем. Пора есть в стирку. Оденем тебе другой классный костюмчик. Может, ты будешь королевой? Как тебе такая идея? Классно, тебе идет очень этот наряд. Только осталось поменять макияж. Девочки, ну и мальчики, вам нравится делать Анжеле макияж? Я думаю, это такое прикольное занятие. Каждому наряду можно подобрать новый классный макияж. Анжела, давай мы тебе какие-нибудь яркие тени сделаем. Голубые подходят? Нет, давайте что-нибудь еще посмотрим. Может быть, розовые такие блестящие наполовину так сделаем? Будет у нас двойной макияж. Да, прикольно. Мне нравится, что получается. Здорово, Анжела, тебе идет. Смотрите, какая она милая. Мимишная. В мини-играх у нас тоже все пока получается. Ну, они не сложные, ребята. А вы играете в мини-игры в говорящем Томе, Анжеле или Хэнке? Напишите тоже нам в комментариях, какие мини-игры вы играете. А Анжела, мы все прихорашиваем. О, вот так тебе еще лучше. Такой блестящий макияж. Мне нравится, что получается. В принципе, очень прикольно. Если тушь еще золотую сделать, она вообще будет подходить классно под этот образ. Да, Анжела, ты просто красавица. Губки блестящие. Нравится? Смотрите, как она прям оживилась, взгляд поменялся, такая прикольная стала. Очень-очень красивая. Сейчас мы выберем тебе нужную помадку, и все уже будет. Так, к нам вернулся Том. Привет, Том, соскучился? Мы с тобой пошалим немножко. Давай поменяем тебе интерьер в туалете. Я думаю, можно вот это поставить, домашний. И коврик поменяем. О, Анжела, ты просто красавица. Я не знаю, киски красивее, чем ты, Анжела. Довольна своим новым внешним видом? Давай тогда обновим еще тебе гостиную. Что-нибудь новенькое сделаем. И туалет Тома тоже обновим. Том был слишком какой-то грязно-жуткий. Теперь у нас будет
домашний такой. Да, там нравится ему, вау. Он нам поставил лайк. Показал пальчик вверх, как будто лайк. Еще и Хэнк к нам вернулся. Мы соберем тут все вкусности. А где животные? Где животные? Нужно поменять игрушки, я знаю. И тогда к нам придут животные. А Том меняет свой гардероб. О, у нас тут что-то еще закрытое осталось. Нужно путешествовать. Хорошо, мы будем побольше путешествовать, чтобы что-нибудь открыть. Мы возьмем пижамку для вечеринок, а шерстка у Тома рыжая. Я вот люблю рыжих котят. У меня даже был рыжий котенок. А потом он сбежал. Я долго плакала. Его звали Рыжик. Ребята, а ваш питомец какого цвета? Рыжего, белого или черного? Напишите в комментариях. А вообще у вас есть какие-нибудь грустные истории с животными? Тоже напишите. Кто-нибудь сбегал от вас? Или что происходило с вашим хомячком? Или морской свинкой? Напишите тоже в комментариях. А мы переодели Хэнка, потому что открыли нового... новую рубашку ему открыли, поэтому одели. Ух ты, сколько новых животных! Нужно всех их фотографировать. Перефотографируем всех при всех и получим большую награду вместе с Хэнком. А ангелы и Том кушают. Проголодались мои котятки. Я вас накормлю, конечно, конечно. Ничего для вас не жалко. Кушайте вкусняшки. Том наелся? Давай мы тебе особенную вкусняшку прикупим. Сейчас мы ее найдем и посмотрим вместе с подписчиками, что будет с нашим Томом. А Хэнк неустанно фотографирует новых животных. Так, у нас кто остался? Нужно собрать монетки. Всех перефотографировали, точно? Кажется, да. Какой ты забавный, милый Хэнк. У тебя такой классный дом. Съешь ананасик или суши? Вкусно? О, Хэнк, ты перешел на следующий уровень? Да, ура, Хэнк! 21 уровень. Это тебе как будто 21 месяц исполнился, да? Классно, мы там что-то открыли. Нужно будет проверить обязательно. Верните Тома. Пока мы тут с Хэнком разговаривали, куда-то Том делся. О, вернулся наш Том. Перепугал ты нас. Том, возвращайся. Нет, 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 нет. Нам нужен наш Том. Рыженький такой, рыжик. Да, вот он. Лучше так не делай, пожалуйста. Нет, не пей, не пей эту тыкву. Нет, Том. Я все поняла. И во всем виновата эта тыква. Не пей ее, пожалуйста. А мы с Анджелой играем в мини-игру. По-моему, называется Bubble Shooter. Да. И она тоже прикольная. Нам нравится иногда в нее играть. А у Хэнка открылся новый наряд. Что у тебя на голове, Хэнк? Корзина с фруктами? Наверное, там у тебя на Гавайях столько много фруктов, что ты решил их на голову в виде шапочки одевать. Поделись бананчиком, Хэнк. А мы с Томом опять играем в мини-игру, а с Хэнком фотографируем недостающих животных. Смотрите, какой классный красный хамелеон. Он очень странный. Хвостун. Понятно, почему тогда он красного цвета. У нас радужные глаза открылись. Это, наверное, в честь того, что мы хамелеончика сфотографировали. Карма-хамелеон, где же ты? Тебя тоже нужно сфотографировать. Вау, его почти не видно. Он слился с окружающим миром. Просто замечательный хамелеончик. Еще
С Томом мы играем в мини-игру. Ребята, вы в нее играли? Мы не сразу разобрались, но оказывается, здесь нужно собирать одинаковые цифры и суммировать их, чтобы были открытые клеточки. Ну, в общем, вы, я думаю, сразу разберетесь. Она тоже интересная, прикольная. Вот восьмерки, 16 и 32 можно собрать. Да. С Хэнком всегда интересно фотографировать животных. Всегда его хочется накормить. Он почему-то у нас немножечко застрял в младенческом возрасте и не растет. Анджела, постарайся, иначе ты сейчас немножко проиграешь. Давай, ты должна перейти на следующий уровень и заработать много-много очков. Я хочу вон монетки в виде звездочек, чтобы они к нам попали. Мы с Хэнком тоже решили поиграть в мини-игру. Будем разбивать корзинки с фруктами. Она тоже несложная. Эти игры есть и в Томе, и в Анджеле. И они классные. Ой, смотрите, какая маленькая у нас Анджела. А еще она в пижамке единорога. Она такая прикольная. Мимишная. Все, она выросла. Но когда она была маленькая, она тоже была классная. Многие игры, мини-игры в говорящем Томе, Хэнке и Анджеле, они классные. Мне очень нравится. Вот никогда не скучаешь в этих играх. Анджела, скушай что-нибудь, пожалуйста. Ты, наверное, проголодалась. Ты очень-очень голодная, я знаю. Кушай, пожалуйста. Вкусняшечки, мы тебе столько всего накупили. Ух ты, а если посмотреть на Тома, то у нас уже есть цифра 128. Нужно еще 64 и 64 соединить, и еще будет 128. Анжели, пора чистить зубки. Потому что у нее много-много всяких там мусоров собралось. А с Хэнком мы поиграем в мартышек. Здесь нужно менять местами красный и синий цвет, чтобы собирать мартышек. Анжела, давай мы тебя переобуем и переоденем. Ух ты, какая пижамка-зайка, она мне нравится. А если взять желтый цвет? Да, точно, тебе очень идет эта пижамка в горошек. Желтого цвета. Ты прям на солнышко похожа. Что-то у нас не получается в мартышек пока играть. Но зато в цифры с Томом хорошо получается. Анджела, может тебе прическу поменять? Оденем тебе афропарик или длинные волосы. Мне вот эти нравятся. Да, такая милая, такая современная, классная. Осталось только туфли подобрать. О, желтые горошек, резиновые сапожки. Мне нравятся. Можем их оставить, Анджеле. А что, мамы? Хотим повзрывать салют. Смотрите. Салют взрывается Томом, Хэнком и Анджелой. Классно. А Анджеле нужно поменять макияж, потому что у нее новый образ. И под каждый образ мы придумываем ей новый макияж. Интересно, а Анджела и Хэнк и Том не устали? Может, им пора баиньки? Анджела, хочешь спать? Надо посмотреть, хотят они спать или нет. Там у нас есть такой индикатор, который показывает их усталость. Ну что, ребята, вам вообще понравилось это видео? Тогда ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Мы будем вас ждать в следующем видео. Всем пока!